В среду 22 марта состоится телевизионная прямая линия главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко с жителями временно подконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщили в администрации руководителя государства. Во время диалога речь пойдет о реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Александр Захарченко ответит на вопросы, поступающие от жителей в видео, аудио и текстовом формате. Задать вопросы главе ДНР можно на специальном сайте donbass.rus. В прямом эфире Захарченко намерен обсудить текущие проблемы и планы на будущее.